Всем доброго времени суток, приветствую на своем канале. Хочу с вами поделиться одной программой, которая позволяет быть в курсе новостей, связанных с платформой Windows Phone, от Microsoft, телефонами Nokia, Lumia и так далее. Значит, приложение называется VP7. В магазине оно доступно абсолютно бесплатно. Приложение работает стабильно, позволяет отслеживать соответствующие новости, связанные с вашей платформой, по которой работает ваше мобильное устройство. Значит, есть соответствующая лента, где отображаются последние новости. Вот, все новости, они кликабельные, можно кликнуть, подробно прочитать, предоставлены скриншоты, описание, технические характеристики новинок. Да, здесь также можно почитать информацию о новых топовых моделях, который выходит под названием Lumia, это 950, если не ошибаюсь, 950XL. Вот, оставляются соответствующие комментарии, люди общаются. Ну, это доступно, соответственно, после регистрации в данном приложении. Вот. Значит, менюшка состоит из различных подкатегорий, где вы можете почитать комментарии, посмотреть ответы, что вам ответили, новости, соответственно, последние, что случилось в мире Microsoft, обзоры, последние обзоры смартфонов и приложений. Вот, то есть видеообзор Windows 10 Mobile, например. Да? Skype, бета новый какой-то. Вот, то есть приложение очень интересное, помогает скоротать время, почитать интересные и актуальные новости. То, что связано с Microsoft. Значит, соответствующая подкатегория обзоры, игры. Для тех, кто интересуется игрушками, здесь публикуются различные новинки, информация о популярных играх, в том числе о Майнкрафте. Да. Тоже есть возможность составлять соответствующие комментарии в этих статьях. Вот, значит, и, соответственно, есть профиль, который доступен после регистрации. Вы там можете настраивать вашу информацию личную. И настройки. Настройки очень такие, скажем, широкие, позволяют настроить контент под себя, живые плитки и уведомления. Можно включить и отключать живые плитки, уведомлять о новых постах, уведомлять об ответах, пуш-уведомления используются. И также можно настроить тихие часы, когда уведомления вы получать не будете, то есть телефон вас беспокоить не будет. Например, на ночь. Соответственно, когда вы ночью спите, отключили, настроили здесь. Вот ночью вас телефон не беспокоит, и обновления они у вас там никак не пищат. Вот, собственно, всем рекомендую к установке. Да, программа, повторю еще раз, абсолютно бесплатная. Есть поиск, да, ну и, соответственно, лента. А вот, поэтому будьте в курсе всех новинок Microsoft, платформы Windows Phone с помощью приложения VP7. Все, всем удачного дня, хорошего настроения, всем пока!